у меня что-то шоколадка не открывается. Что? Ты что, без меня шоколадку ешь? Не бойся, к твоему приезду я куплю еще. Ну, понятно. Может быть, даже не одну. Обещаю. Ты мне веришь? А как в Телмиве не сделать так, чтобы отслеживалось КД священного щита, при том, что я в таргет не беру танка и частицы? А что у тебя в Вуду, не типа как в Хиллботе иконки там маленькие, не прописаны, есть, не прорисованы? Есть. Ну тогда ты просто будешь смотреть на эти иконки. Бросил взгляд, если видишь, что слетело, значит заново повесил. Не знаю, я Телмивеном на холле паладине вообще никогда не пользовалась, потому что туда, постоянно смотришь в Хиллбот, и как бы можно увидеть, когда что слетает. Я забил туда вот это мудрости, когда я на минуту вешаю баф на себя, и который, когда свет небес костанул, следующий типа быстрее на полсекунды. Но зачем тебе его отслеживать, если ты свет небес кастуешь целый бой? Зачем так сильно заморачиваться в этом плане? Ты джагу кидаешь, просто обновляешь ее, грубо говоря, когда вспомнил. Она висит, это сколько, минуту, по-моему, висит. Да. Вспомнил, обновил. На самом деле сейчас очень сильно чувствоваться будет, потому что хосты очень мало, и если ты чувствуешь, что у тебя долгий каст, значит, скорее всего, слетело уже. Я реально просто... Ну, я никогда просто Талмивеном не пользовалась, и я не совсем понимаю, зачем это нужно на холике. Вот так. В принципе, нужно следить за тем, что происходит вокруг, а не на какие-то там проки. Короче, Войт, у меня есть предложение. Давай, короче, я тут нашел нам нового Рева. Да, расскажи, кто это. Да кто ты? Ты будешь релить. Ты что, обалдел, что ли? Я на пенсию, а ты будешь релить. Ну, раз ты на пенсию, то все уже со стариками не то, короче. А, ну. Все равно рано или поздно я в Вовке уйду на пенсию. Ну, а я тут... Ну, молодое поколение, все дела. Ты что, дурак, что ли? Я на 2 года всего лишь тебя отстаю. Если уж учить кого РЛ, так это надо было Симу учить. Не-не-не, она сама играть не умеет, а ты говоришь, чтоб ей еще и релить. Мне интересно, как они там с оргазмами поживают. Мне не интересно. У Юри-чан. Приютил 2 бомжей, блин. Одели, научили играть. Они съебались. Меня радует только одно, то, что с оргазмом в Норильске живет. А то непонятно, до чего бы все это дошло. Но если Сима когда-нибудь идет из дома, я знаю, куда она отправится. Да-да-да. У меня Дима, если что, в друзьях есть, так что мы найдем его быстро. Юй, я, кстати, потом реги передам. Реги все энчантовские скидывайте, он Юй. Покажите мне все, на что вы способны. Ой, да ты везунчик прям. Все выбиваешь.
кстати, а это, ты смотрел, там есть какие-то рецепты-то на остров? Появились или нет? Нету, сейчас рецептов вообще нет. Вообще никаких? Вообще никаких. Моба даже нет, который с рецами был. Ну, здрасте, приехали. За, я все, конечно, понимаю, но зачем две стороны агрить? Да блин, я случайно сагрила одного моба, он меня швырнул другого, этот меня швырнул в третьего, и в итоге не все сагрились. А ты, короче, нифига, короче, не спас меня, и я теперь лежу трупиком. Молодец. Ну да, конечно, кто виноват в том, что ДД пулят раньше танк. Танк? Ничего я не пулила. Они сами напали на меня, ты защитить не смог. Что, все здесь молчат, что ли? Ну да. Говорю, просто не ходит. Давай там потеет, он изучает холипау. Ты давно не играл? Что там изучать-то? Хоть в рейде, чтобы не позориться. Повесилась прямка. Повесилась? Угу. Да бля, че вы там стоите? Мы тут чарик собрали. Чарин? Нет. Беда. Бля, интересно, реально, здесь у меня фьюдж был спал, что ли? Хотя я не удивлюсь. Ох, ебать. Юй, отойди пока.
не дамажит пару секунд. Все, дамаж. Хо-хо-хо, Юй, теперь ты меня не обгонишь. Сейчас о-хо-хо, они сорвутся и все. Стой на месте, да я стану нам. Да у меня фир, алло. Чё, прикалываешься, что ли? Чё ж ты тогда на тех мобов фир не сдала? Чтоб они разбежали все, их ты их не собрал? То есть, когда я сдаю фир, ты говоришь, зачем я это сделала. Сейчас ты спрашиваешь, что я не знала. Ну да, логично. Да не особо. Ой, блин, какой вкусный чай. Не за что. Ну это я шиповник. Ну ладно. Spring Melody я уже сегодня сколько? Пакетика 4, наверное, выйдет. Весенняя мелодия, да? Угу. Вкусный чай. Я помню, раньше был этот... Блять, как же что чай назывался? Короче, очень старый чай, я его уже давно не видел на витринах. Там была такая черная красивая пачка, и это был чистый английский завтрак. Блять, какой же он был вкусный. Он был только рассыпной в пакетиках, его не было. Да давай, не пуляй. Да я про чай рассказываю, ё-моё. Вот, чё, ну, вот зачем, вот зачем было мысль перебивать? Я так красиво начал говорить, и ты вот так вот меня бы слышишься. Вон еще лату. Бля, выкачать что ли БДК? Да чё тебе всё не имётся-то, а? Такой же, как я. Да, за задрот. Да не знаю, я вот играю за протовара, поначалу кайф получал, всё классно. Сейчас уже играю как-то скучновато. Хочется новых впечатлений. Конечно, в ролка скучновато. Да даже в том же, вон, мы в десятке есть. Ходим, ну, в десятке ходим, мне скучно. А танчить кто будет? А, Юга! У тебя много танков. Юга? А Юга? Хочешь десятку на следующем, когда я потанчу? Да, да. Мне робота нравится танчить. В хэме. Да и в обычке. Не колясь. Хочешь на следующем, когда я потанчу? Десяточку. Я вам покажу божественное соло. А, 30к хп у тебя, да? Или что?
Если 30 голды, то у меня нету, братан. Ну так вот, захочешь ты тоже какого-то твинка одеть, я тебе скажу, блядь, 30к на. Понятно, с тобой понятно. Но вон пусть Лотерим потанчит, у него же тоже там спек есть. Танк. А кто хилить с ним будет? Ну как-то Войд. Не, Войда мы не возьмем с собой в десятку. Я боюсь. А, кстати, в принципе, я могу на сейве сделать его в спек ардру. У меня там голда есть. И похилить. Да ты уже играл ардру, ты давно с Войд не играл. С собой, да. Ну, играй с собой. Хватит хилить или танчить. Ну как ты там говорила, я дамажить не умею, поэтому играю хилами и танками, да? Ну, так ты докажи обратное. Лакрим, да я ж ничего не говорю. Тебе, кстати, что по кускам осталось? Скажи. По одному на оба спека, что ли? А, слушай, нормально. А что именно там надо тебе? Башка? Ну, глянем. А что ты хочешь, все-таки Лакрима к нам взять в статик? Чтоб они эрдру эршам хилили? Да, да. Я его уже взял. Да они шульду не прохилят ни хрена. Прохилят и не. Прохилят они ее на изи. Ну, там, конечно, Никитке придется жопу порвать, попотеть. Что ли, Лакрима буду отдавать в какой-то другой статик? Не будет с нами ходить, пацан. Сап уже поставил скачивать Вовку, в выходные возвращается. Написал в Дисмут буквально час назад. Ну, хорошо. Да просто ему так-то приодеться надо скорее. Ну это да. Не, ну опять-таки непонятно, когда в марте выйдет ульда. С начала марта, либо в середине марта, либо в конце марта. Никто ж не говорил. Тут станы, аккуратно. Я им в ответочку дал, мы стану. Стараюсь максимально. Юй, а ты петом сможешь загреть? Или ДКшные петы не идут? А, все, мой давай. Пет туда не ходит. ДКшные ходят. Кто твой пет? Мещане. Я думаю, в алтаре. Так, ты там поговори, блин. Ты подвисаешь, тебя не слышно. Сейчас, ребята, секунду.
Ты зачем Валоран улетел? Сумки забитые. Да надо, блин, поэтому ее передать. Пыль, осколки. Там это, у кого, кто не делает любовную лекарку, у кого там обереги есть, можете там отдавать все дела. Это, кстати, да. Да, обереги. Ну, там, если оберег сам не получится отдать, он персональный, а вот эти вот можно. Да, спасибо. Браслет. А чё ей-то сразу даёте? Всё мне. А сколько тебе дали? Не скажу. Ну, понятно. Сама, значит, доделала это. Два мне отдали, два. Хочешь, поделюсь? Ну, понятное дело. У тебя чё, выход есть? Отдай Владу, пожалуйста. Он только сумки освободил, отдай ему, а то он потом плакать будет мне. Ну как сумки освободил? Конченые мобы, как они бесят. Своими откидывали. Стой. Всем. Погоди. Откуда сток? Накопил. Охренеть. Ну а чё ты ожидал худшего от рейда, что был, что получился? Всё вроде. Спасибо. Вот видишь, я молча взял и поделился с тобой. Не то, что ты. В смысле, вы это ожидали худшего? Типа думали, не убьем. Ну, вообще, я думала, что правда не убьем. Но, в принципе, когда мы с первого трая смогли до третьей фазы перевести, у меня появилась уверенность. Ну, там нормальные люди на хилах. Да и на танк. Да дело не только в танках и хилах. Там на самом деле все, и РДД тоже должны понимать, что там вот каждая. Ладно, там третья фаза чисто. Да, там надо всем понимать, что делать вообще. Всё. А давайте этот не разбивать. Кого в глыбу закинет, не разбивайте. Сделаем ачивку. Не знаю. Вот просто уверенно было. Ну зато ачивку попытали. Не домажьте, дайте я соберу. Бля, ну Коля. Ты сказал поздно. Коля, Николай сидит дома.
Это все пен, да? Кстати, ну вот я видел просто сегодня или вчера в Алчате, а вчера, да, видел в Алчате, что писал как раз Sodium, типа там что-то он купит. И пишу ему в ПМ, он, блядь, даже мне не ответил нихуя. Да я тоже видел, но не стал ничего писать ему. А что там? Я вам скажу больше, он меня с Дискорда выгнал. Ебанутый. Обиделся, что ли, на нас? А чё? Потом. А, мне еще, знаете, я параноик, может быть. Мне почему-то кажется, что Дюрикс и Содиум — это одно и то же тело. Очень сильно голос. Не-не-не-не-не, это не он, поверь мне. Поверь мне, Содиума я бы признал бы сразу. Да зачем ему это, как бы, если он уже ушел? Смысл от второго шамана с другим ником. К тому же вчера вы только видели, что он писал на том старом нике. Не, это не он. Мне его голос больше. Мне его голос больше напоминает Шамика этого. Да, Шамика. С более такой прокуренный ток. Ой, не Шамика, а Шамыч. Помнишь, Зая? Да. Вот, реально, есть ту... схожесть. Кстати, есть что-то такое. Да, да. Ну, я у него спросил, есть, типа, на X3, где ты играл. Он говорит, да, я играл на X3, но у меня там хант был. Бля, ради нет. Не бейте, дайте я к тем подведу. Там соберу. Да, помню, когда Шамыч только пришел к нам, вроде нормально, все такое позитивненький, блядь, а потом начал мозги ебать. И со мной спорить. Да. Просто тоже, может, он надоел. Человек долго играет, вот он бесился. Тут вот тоже, знаешь, вот я был, когда в десятке ока ты сидел, смотрел. И вот, ну, у меня настрой, типа. Ну я не знаю, кто-то не выдержит, вот там хуйня, типа, ну я думаю, все равно нужно, чтобы люди не учились как-то. И вот выливают, ну там Настя, ладно, устала, там вот это. Потом Дюрикс такой, все, типа, да нахуй это надо. Ну, я понимаю, там инквесты хочет поделать. Ну, типа, я такой говорю, ну ладно, типа, я знаю, что Шумский, он в онлайне, позову его. Позвал, он еще одного ДДшника добрал. Короче, попадали и убили. Я к тому, что у меня настрой был, вот этот райд до упора. А некоторые люди сдаются. По-другому никогда не убивают. То, ну, то же самое в ульде будет. Многие просто на это плюнут и не будут очень долго ходить. Вон башка на тебя. У меня, по-моему, почти такая же. А, что-то похожее. У меня нет цели. Юй, а ты ОД копишь на новый сет? Сколько у тебя уже? У меня больше. Хо-хо-хо. У меня уже 3. Там, 3, по-моему, 600. Где-то 1,5 000 будет стоить. Один кусок. Но можно только 2 купить будет. А вот мне, кстати, что интересно. А вот этот кусок, который куски за ОД будут продаваться, они будут 219 или 226? Я думаю, вот.
Скорее всего, да. Скорее всего, 19. Херово. А может и так же 2 будет и 26-х? Кто его знает? Не-не-не, там всего будет 2 токена продаваться. Там, да, всего 2 токена будет. Ты все 4 не сможешь никак купить. 2 тебе по-любому надо выбивать. Может, они одинаковые будут? Нет, там сет также различается. А на самом деле там сейчас вместе с Ульдой еще и склеп откроется, можно будет еще и в склеп ходить. Ну, в десятке... Что там в этом склепе? Почти ничего нельзя выбить. В смысле, ну, те же куски-то 8. Почему ничего нельзя выбить? Ну, потому что мало шансов на это. Ну, да, шансов мало, а куда деваться? Как бы... Лучше сходить туда, выбить этот кусок и сидеть доволен. То, что тебе не придется тратить ни ОД, ни время. Не отбирать у кого-то токен там в десятке, либо 25. Так что, как бы тут двоякое мнение. Мне легче ОД потратить, а не ждать, когда чуд выбьется. Я хочу дамажить сразу, а не потом. Почему тут испытаний чемпионов нет? Это вообще жопа. Ну, оно, если выйдет, то выйдет только с Иком вместе. Ну, на X2 его типа не было, не знаю, здесь будет. На X2 не было, на X1 не было, на X3 не было, нигде не было. У колечко фиолетовый выпал. У меня такое же. Чё, еще одно или все? Да можно еще одно, сейчас только опять сумки освобожу. А какое кольцо мне поменять? А чё у тебя там за кольцо? Дай посмотрю. МП5 получается. Вот это с критом, которое, наверное, оставить. Ну, с МП5 меняй, конечно. Тебе вообще МП5 не надо. Лучше даже в приоритете забирать ткань с крит-хаст, чем латы с МП5. Вот так 285 скорости получается. А сколько у тебя сейчас хасты? 285. Да. Жутко. Ну, хотя у меня тоже, конечно, шипы столько хосты, но я даже уже и не представляю, как можно играть на холи-пале, когда у тебя столько хост. Mm-hmm. Ты привыкла, там 1000 хосты, 1100 хосты, ну, да? У меня там уже 1500 было собрано. Нет, не 1500, у меня там 1400 было собрано. Тут и кастуешь долго, и по мане садишься. Не, точно, если я холипала, не стала бы играть ни за что. Даже если б я очень сильно попросил? Да. Это даже какая вредная, оказывается. Даже создавать не стану паладину. Меня уже тошнит просто. Сейчас ригну, одну минуту. Ну, поехали, еще одну пройдем, и, в принципе, надо идти устав делать, да спать. Угу. Это будет, мы будем сейчас остров делать,
А ты, если хочешь, попробуешь собрать на ноты, чисто на ноты. Если подсоберется пати, то пойдем. Потому что, в принципе, как бы 275 ОД лишними вообще не будут. О, Вакрим, слушай, а ты не хочешь на нота чисто сходить потанчить ДКшкой? Просто чтобы танка не искать. Бля, он нашел уже. Просто да, вот на нота, в принципе, можно было бы сходить. Ну, я докачал серебряный гард. О, и ГЦС поврежденочка. Коль, у тебя там, кстати, как дела с рецептами обстоит? На танка взял, который я тебя просил? Здрасте, я тебе говорил, какие брать. А, этот, сила выносливость есть? Фиолетовый. А, ну, в принципе, он ладно, он подождет. Это потом, если что, будет свободно. Возьми. Мастерство, выносливость, меткость, выносливость. Эти все есть, да? Тебе тренька нужна с Хадонокс? Коль. Или мы выбивали тебя уже? Хорошо. Кто жерельку-то выиграл? Хорошо. Я себе потом тоже его доведу, я буду брать рецепты все. Хотя ты, в принципе, почти всегда онлайн, так что можно и не докачивать, но я лучше докачаю на. Ой, ты чё, на 3 спека, блядь, не идешь? Ну, конечно, а чё я буду? Конечно, пусть спека. Сука, сука. В уголок сюда все встаньте. Ну так ты к нам сюда подойди в угол. Все. Это из-за меня было, что ли? Мы будем паука убивать? Ну да, давай убьем.
У нас вон вагон собирает шмотки. Слушай, кстати, знаешь, какой еще можешь взять? Оранжевый, меткость и мастерство. Тоже хороший камень. Бля, без шаманчика тут, конечно, херово вместо тема. Ну почему ж херово? Будет учиться хили. Вот тренинг. Когда не нужна. Да чё, она вон войду нужна. Пусть собирает. Пока мы добрые. Смотрел бриллиантовый полицейский? Возможно. Возможно, значит, не смотрел или забыл. Я в основном сюжет запоминаю, не название. Вот тебе сюжет. Короче, он бриллиант спрятал в здании полиции, а потом туда решил проникнуть в виде копа. И такой смотрит по телеку, там, типа, расследование, все вот это, как арестовывать. Сейчас подойду, вас захилю. Бля, кто там второго жука ставит? Войд. Толстожок. Я стан дал, он вообще в воздухе был. Да это не меняет того факта, что толстожок. Я вообще говорю, он в воздухе летал, я ему стан дал, да, ну что за фигня. Короче, он смотрит там и такой приговаривает. Ну, типа, фразочки разные. Я, говорит, добрый полицейский, будешь рыпаться, буду злым. Не, значит, не смотрел. Вот. Поехали. Стопудово, офигенный фильм, посмотрите, как будет. Че, он старый? 99-й. Нормально. Ну он топовый, там актер из плохих парней, знаешь, Мартин Лоуренс. Да, 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 да. Поэтому мы знаем. Лучший фильм его. Не знаю насчет вот этой, где он там в бабку превращался, это, конечно, ну, может кому-то прикольно, но мне так себе. Я там тоже неплохо сыграл. Но в бабку иду как-то такое себе смотреть. Вот этот бриллиантовый полицейский топовый фильм. Ну не знаю, может кому-то и не очень нравится, но. Ну, типа, когда негр в главной роли. Ну, как-то пофиг. Ну да, какая разница. Ну, я не расист, мне похуй, как ты, кто там. Ты расист, я помню твой разговор. Прости меня. Ой, бля. Я не расист, это ты воспринимаешь это как расизм, хотя я ничего плохого не сказал. В плане, блядь. Ты сказал, что ты почувствовал меня? Нет, было? Тебе все равно не слышно, ты там заикаешься постоянно на фоне. Ну, понятно. Да? О, господи. Я всего лишь сказал, что если бы у меня был вариант два абсолютно одинаковых человека, ну один негр, а ну афроамериканец, а второй скандинавской внешней скандинавской национальности, то я бы предпочел общаться с человеком, который скандинавской. Бля. Но это и есть расизм, бля. Нет. Да, это расизм. Это не расизм.
Если ты отдаешь предпочтение, заранее не зная человека, то это расизм. Я тебе еще раз повторяю, если два одинаковых... Не кричи человека. На меня. Блядь, где я кричал? Все, короче, я вышел из... А где босс? Что за дела? А, да. Да и так здесь я просто микро выключу. Ну а чего ты тогда обижаешься? Ну я не обижаюсь, просто ну, у нас с тобой в этом плане немножко не сходятся мнения. Я устал тебе доказывать, что твое мнение в данном случае немножечко неправильно. Этот, блин, а я вот думаю, какого хрена они сейчас заявились, вроде никто не проиграл. Да я вроде, я далеко стояла, я почти на границе. Ради нету, блин, подамажить не дает этот гребаный жук. А есть какой-то аддон, который отслеживает, как у меня мана резается? В смысле? Зачем тебе? Ну вот типа я ударил под печатью мудрости этого босса из стычки сколько маны резается. На, МСБТ. Да, МСБТ. Да. Ну только ты заколебешься отслеживать, сколько у тебя там маны резается. А, я понял, я включил вот это вот оповещение. Это не оповещение, он будет показывать, сколько у тебя на экране по текстам, сколько ты прохилил, ну, там, сколько там в избыток, балла, сколько. 4... Это у меня стоит, я просто маму не показываю. Но... Там 4 галочки, получается, только 2 оставляю всего. Даже не знал, что его настраивать можно. Там типа ауры меняются, все, и там со всех сторон считаю этот текст. Я только с 2 оставил. Слева типа урон получаешь, справа какой, который наносишь, вроде как. Уи, полетает. Пиздец, не дашь, что нам, короче, рейди пособирать, ну. Так, Юю, стой. На. Так, о, ну на я тебе. Почтение апнула. Вот это, вот это. А, ну и все, походу. Ну, я думаю, если завтра еще походить чуть, то я апну принесение. Ну, это хорошо. Все, пошли на остров. Ну, пошли, пошли. Или мы все-таки идем на нот?